Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях дуже непростий гість. Це Владислав Лук'янов, депутат Верховної Ради 5-го, 6-го, 7-го скликання. Вітаю вас. Добрий день. І от всі зараз спостерігають за конфліктом і протестами в Білорусі. І я впевнений, що от якщо проаналізувати, є дуже такі суттєві паралелі, які от були в Україні і які зараз відбуваються в Білорусі. Що вам нагадує оці так звані протести? Ну, я не сказав би, що вони щось нагадують. А якщо проводити паралелі якісь, то, безусловно, зрозуміло, що президент – гарант Конституції. И он обязан обеспечить существование конституционного строя, преемственность в стране. И в этой ситуации важнее действовать, не продавливать решения, а действовать на опережение. То есть предвидеть ситуацию, предвосхитить события, негативные сценарии поработать над тем, чтобы предотвратить. Если говорить о каких-то параллелях, мне кажется, существенной ошибкой и в украинском кейсе, и в Беларуси, если их сравнивать, является отсутствие диалога власти и, ну, не скажу народа, скажу улицы. Uh-huh. Когда возникает протестное настроение, нужно разговаривать. Нужно слышать вторую сторону, нужно реагировать. Реагировать не силовым путем. Да, когда доходит вопрос до краешка, до конфликта, да, власть должна держать ситуацию и обеспечивать общественный порядок. Но гораздо важнее диалог, понимание, в чем проблематика. Ситуация, когда уходите, потому что вы нам не нравитесь, это не политический подход. Вопрос, у нас есть такие-то нерешенные вопросы, такие-то проблемы, мы хотим услышать ваш ответ. И тогда возникает диалог, возникает пространство для принятия решений, каких-то компромиссов, и ситуация решается. А якщо от подивитися на заяви Польщі, Литви, Латвії, вони зараз теж хочуть стати переговорщиками з владою. Втручання внутрішніх справ. І ми бачимо, що тоді при Януковичу вони теж були якраз у цих процесах задіяні, перемовниками. Вони начебто домовилися, але ми потім бачили, що коштують ті самі перемовники. І зараз ми бачимо таку ж ситуацію в Білорусі. Ну, є принципова різниця. Ситуація в Україні склалася таким чином, що Янукович вимушений був покинути майже України. І не залишившись в Україні, він якимось чином обрізав ті можливості до якихось домовленостей, до більш м'якого сценарію. І це, я вважаю, було помилкою. Лукашенко залишився в країні. Але дії силового блоку досить часто, якщо ми дивимося на картинку, вони провокують людей на емоційний такий порив, на емоційну відповідь. В ситуації складних політичних переговорів не завадить емоції залишити за столом перемов. А якщо от проаналізувати, в принципі, демократичні вибори як такі, хтось програє, хтось виграє. І в нас от так, щоб меншість, яка за кандидата, якого не проголосувала, більшість, ми бачимо, що це все одно конфлікт. І, по суті, де вибори не проводити, є сторона, яких не влаштовує, що їх опонент виграв.
І ми тоді бачимо, що, по суті, скрізь можна зробити такий конфлікт, коли виводити людей на вулиці, порушувати закон, кидати коктейлі Молотова у правоохоронців. І до чого це може призвести, я навіть не знаю, до фактичної дискредитації демократичної моделі в цілому, чи як? Тобто, якщо немає альтернативи, якщо ми бачимо от, таку ситуацію, що можна втручатись і за кордону, і, по суті, на місцях, якщо людей щось не влаштовує, от, ну, не влаштовує їх результати вибору, і вони починають громити, кидати коктейлі. Ну, це як? Це що робити на тоді вопрос, з демократією? На вопрос потрібно смотрети шире. Джин Шарп, теория цветных революций, мы видим, что это стало откатанной технологией. И мы видим, что цветные революции прокатились от Африки до Ближнего Востока, Восточная Европа, Украина, Беларусь. Я думаю, такие же, не нужно быть пророком, чтобы понимать, что сторонники вот этой теории цветных революций аналогичные подход готовят и для северной соседки нашей. Поэтому эта технология работает, эта технология используется, и видно, что она будет использоваться дальше. Поэтому власти, которая обеспечивает выполнение Конституции, нужно четко понимать, что сия чаша не минет никого. Это первый момент. Второй момент – я говорил, что может быть прививкой против коронавируса политического. Я думаю, что здесь очень важна открытость власти и диалог с обществом. То есть, когда есть диалог, когда есть понимание одной стороны, другой стороны, и понимание, что это не две стороны, а это одна страна, одно государство, и не надо расшатывать государство, потому что все революции, они, в общем-то, цена революции определяется одним, той ценой, которую заплатит простой избиратель, простой гражданин, и чем жестче конфликт, тем выше цена, тем сильнее падение финансовой системы, развал экономики, потеря рабочих мест, снижение уровня жизни. Если оппозиционеры и гражданское общество борются за то, чтобы люди жили хуже, ну тогда это понятно, и нужно понимать, что это привнесено извне и не на корысть народу, не на пользу людям. Если мы понимаем, что главная задача, чтобы люди жили лучше, чтобы росло население в стране, росла численность. Ну, говорят, вот националисты. За что они должны бороться? Нация прежде всего. Что такое нация? Чем нас больше, чем мы сплоченнее, тем мы сильнее. Когда численность Украины, вот помним рекламу на 1+1, сделаем рекламу, значит, канала, блин. 1+1, нас 52 миллиона. Нас уже не 50 и нас уже не 40. По оценкам не просто экспертов, а по оценкам потребления хлеба в стране, по количеству использования электричества в коммунальном хозяйстве, газа в коммунальном хозяйстве, то есть коммунальных расходов по разным показателям, которые коррелируют, связаны с численностью населения в стране, мы видим, что по разным оценкам нас меньше 40 миллионов уже. 12 миллионов потерять население – это страшная цифра, сопоставима со Второй мировой войной. Ну, мабуть, у нас просто голодомор з 91-го року. І таким чином просто населення кудись зникає, зникає та зникає. Хочеться вірити, що вони просто їдуть за кордон. Дмитрий, голодомор був страшною трагедією. І, звісно. Я розмовляв з бабушками, що я пам'ятаю по розказам дедушек, бабушек, отца, когда после войны был голод, и, стыдно говорить, но когда бабушка рассказывает, что для того, чтобы вот папа не умер, сестра его, твои бабушки, дедушки, собирали очистки из-за столовых, варили суп из крапивы, то есть это болезненно реально. Нет, это жизненно, просто я хочу разуметь, что потребно... Что сегодня суп из крапивы вроде не варим, и вроде как бы рынок на дворе, вроде бы жить и радоваться,
ситуация с экономической точки зрения очень тяжелая. И здесь совпало очень много, вот на сегодняшний день совпало очень много вопросов, которые заостряют ситуацию в экономике, заостряют ситуацию в социальных отношениях, культурный слом, конфликт отцов и детей, переход от одного поколения к следующему поколению, которое пришло к власти. И мы видим, что зачастую не все решения являаются такими сильными, якщо так, невдалими, відверто можна казати. То есть ми видимо, є відверті помилки. То есть это... И здесь мне кажется, что для того, чтобы общество развивалось поступательно и с динамикой на развитие, а не на спад, наверное, нужно использовать и опыт тех, у кого он есть, у кого делами доказано, и потенциал, и энергию молодого поколения. Я думаю, вот это был бы самый такой хороший, не тот коктейль, который в бутылках бросают, чтобы поджечь что-то, а был бы именно, была бы именно та смесь, которая бы толкала Украину на развитие вперед и поднимала бы над европейскими государствами, а не опускала ниже. Зрозуміло. Інше таке питання. От ви певний час були заступником голови парламентського комітету з питань бюджету. Зараз, як ми знаємо, в бюджеті величезна діра у нас в Україні, і вона збільшується, ця діра. Але ми бачимо паралельні процеси, коли в нас просто сотні тисяч пільговиків народжуються фактично. І ми бачимо, що от, якщо є корочка учасник бойових дій, то 75% вже не потрібно сплачувати за ЖКХ. І цим тягарем кладеться на енергокомпанії. Таким чином в них накоплюються борги перед Нафтогазом. І фактично це спричиняти буде банкрутство та дуже негарну ситуацію, тому що держава не може це все забезпечити з умови того, що фактично ми залежимо від кредитів. Як цю ситуацію якимось чином вирішити? І чи нормально у нас отака пільгова політика, якщо у нас просто діра в бюджеті, ми просто не будемо постійно отримувати гроші за кордону, якщо там перестануть давати гроші? Що буде далі? Ну, давайте говорити. То, що Україна росте долгове обременення країни в цілому, это и проблема, и эта проблема решаемая. То есть это я скажу как бюджетник, как человек, который имеет представление о государственном управлении. То есть есть возможности перекредитовываться и обеспечивать и стабильность гривны, и порядок на, в стране, то есть поддерживать. То есть этот момент присутствует, хотя... Безусловно, ростом задолженности государственной этот момент усложняется, потому что стоимость обслуживания, несмотря на то, что кредитование на государственном уровне, на уровне получения там, евробондов, кредитов Международного валютного фонда, там достаточно льготные ставки и не слишком большие проценты. Но когда это накапливается в сотни миллиардов долларов, и когда эта часть становится практически равной ВВП страны, то это, конечно, угрожающие моменты, но это не смертельно. Более страшным в этой ситуации является отсутствие ясной стратегии. Вот вы можете сказать, вот какая Украина экономическая стратегия, как сделать так, чтобы Украина стала богатым, заможным, счастливым государством? Как сделать так, чтобы граждане стали жить, как в Европе? Мы помним заявление Яценюка, что вот нас проголосуйте, будет европейская зарплата, пенсия 500 евро. Где эти брехуны, где их обещания, которые, когда сегодня люди живут фактически в нищете? Это является более страшным. Если говорить о льготах, то я всегда был сторонник того, что если льготы не должны даваться богатым, а льготы должны даваться тем людям, которые... действительно имеют доходы очень низкие, которым жить тяжело. Потому что мы сегодня видим, что льготы, которые выдаются на коммуналку,
и тем, у кого заработная плата не соответствует определенным критериям, когда выше определенного процента составляет сумма коммунальных затрат. Угу. Раньше это выдавалось более легко и свободно, а потом начали проверять, обрезать эти льготы, вовремя не продлил, тебе обрезали. То есть становятся как ловушки какие-то, как государство начинает занимать позицию шулера, что вроде как бы не хватает, но сказать прямо не можем, и начинают как-то шустрить, чтобы кому-то обрезать, не выплатить субсидию, еще что-то. То есть государство так себя вести не должно. Это проблема, я с вами согласен. То, что касается тех людей, которые получают, ну вот, то, что мы создали, дополнительно там 100-200 тысяч новых льготников. Вопрос, как выделяются льготы. Если это вот положена минимальная площадь, там 21 квадрат, и на эти 21 квадрат на одного человека, который имеет льготы, выделяется льгота на коммуналку 3/4, то это не будет слишком большой затратой. Если человек строит пятиэтажный дом, получает корочку, а ни разу не был ни участником боевых действий, ни в каких-то миротворческих операциях не принимал действия, только съездил в командировку, отметился, получил себе право на получение льгот, построил трехэтажный дом на 1000 квадратов и получает на все это льготы, то это, конечно, и несправедливо, и просто это является не только социальным преступлением, но и реально нарушением всех законов. У нас зараз как раз так. Ну вот эти моменты должны быть унормированы и приведены. Если есть льгота, льгота кому дается? Льгота дается слабому человеку для того, чтобы его поддержать. То есть если человек малоимущий, если у него низкая заработная плата, и ему положены льготы по коммуналке, то здесь добавить на столько квадратов, сколько он использует лично на него, я думаю, что это нужно учесть. А если это кто-то с жиру бесится, а при том, что люди не знают, как бюджет свой свести, до конца месяца дотянуть, и думают, у кого перезанять или перепозычить денег, то это, конечно, аморально и вызывает и недоверие, и негодование, и протест. Угу. А чи у нас є в українському бюджеті статті, які можна скоротити? Ми бачимо зараз, що там гігантський у нас бюджет на прокуратуру, на МВД, там на інші напрямки. Тобто є там скажу, що прослежується тенденція. Вона завжди була і наблюдає за бюджетною системою. От слабе міністерство. Они не могут сильно пролоббировать свои интересы и свою бюджетную защищенность и обеспеченность. Угу. Те же самые социальные фонды, пенсионный фонд, хотя там вроде как полностью отдельно финансирование сделано, но есть части бюджетного финансирования, которая является достаточно существенной. И есть достаточно сильные структуры, силовые структуры, их там можно перечислять. Да, они могут прийти, надавить на парламентариев, и те их понимают, идут им навстречу, при этом забывают про образование. А насчет здравоохранения хочется глаза закрыть, обнять и плакать. Потому что такое разрушение медицины, которое происходит за последние годы, я не видел никогда. Когда ввели обязательные платные роды для девушек, женщин, которые рожают новое поколение украинцев, то это как штришком геноцида, ничем другим нельзя назвать. Это, я понимаю, что этот фактор, и пусть каждый, кто нас слышит, сразу скажет, станет больше граждан Украины или меньше с введением разных платных услуг, которые государство, согласно Конституции, обязано гражданам предоставлять бесплатно. И система налогообложения рассчитана таким образом, чтобы обязательные бесплатные услуги государство выполняло и предоставляло гражданам. То есть это заложено в главном законе Украины, в Конституции. К сожалению, на эти нормы закрываются глаза, несмотря на то, что украинская Конституция является законом прямого действия.
А закони прямої дії, вони ну, мусять виконуватись там, безперешкодно і прямо от, записано, мусиш зробити. Ні, кримінальний злочин. Якщо от подивитися на саме медичну реформу, це фактично просто скорочення фінансування на там, 40-50%, якщо просто проаналізувати. І таким чином ми бачимо, що саме 40-50% лікарень підпали під скорочення. Зараз цей процес міністр охорони здоров'я, якщо не помиляюсь, хоче пригальмувати, і зараз вони фінансуються на рівні 2019 року, але з 2021 року є закон про медичну реформу, і вони повинні будуть перейти на формат нового фінансування. Дмитрий, очень больной вопрос, просто кричащий вопрос. Просто там 340 лікарень одразу закривається. В некоторых регіонах, там, де большая плотность населення, и где в основном молодое, энергичное население, экономически активное население собирает. Ну, там можно взять город Киев, крупные города. Ситуация более-менее за счет плотности населения и за счет того, что молодые люди, они меньше требуют медицинской помощи. Угу. Там, где небольшие города, вот эти вот новые наши громады, которые мы создавали, постворивали, честно говоря, это беда. Беда, вот сегодня беда, а завтра просто страшно. Когда закрываются не десятки, а сотни больниц, то куда же эти наши ура-патриоты смотрят, когда они должны понимать, что это самым страшным образом ударит по старикам, ветеранам, людям старшего возраста, тем, у кого хронические заболевания. А мы знаем, что основная смертность – это у нас сердечно-сосудистые заболевания. Мы видим, что поднимают голову те болезни, про которые забыли. Вот раньше туберкулез не был системной проблемой. Сегодня она растет, эта проблема, и более сложно поддается лечению. А мы разрушаем систему здравоохранения. Причем ключевое слово – система. Посмотрите, что произошло с коронавирусом. Вот мы вот, неделю назад, две недели назад мы увидели вспышку коронавируса на Западной Украине. Тернопольская область, Волынская область. Я думаю, Львов недалеко ушел. Ну, смертность от коронавируса – 1-5% в зависимости от региона и в зависимости от того, какие медикаментозные меры применяются. Даже 1% – страшная цифра. 5% – это катастрофа. Но мы видим, что местная власть чуть надавила, переступила через медицинские требования, потому что сложно человеку объяснить, что это риск того, что да, молодой, сильный, здоровый не умрет. Но дедушка, бабушка, человек 50+, у него риск при заболевании умереть вырастает в несколько раз. И переступать через жизни людей старшего поколения – это страшно. Но есть много примеров, когда и молодежь болеет, когда резкое обострение, у кого-то предрасположенность какая-то, легкие перестают работать, и человек сгорает. А от інше питання тоді, от, чи можливо розвивати українську економіку, маючи є у нас договор про євроасоціацію. Чи можливо розвивати економіку, якщо ми не будемо вимагати змінити умови цього договору про євроасоціацію? Тому що дуже багато наших промисловців, вони кажуть, що там відверто невигідні умови, тому що Україна не має змоги поставити якийсь бар'єр і захистити власного виробника. Ну, ви знаєте, з одної сторони, практично... Ну, большая или большая часть, огромная часть населения Украины, ну, откровенно смотрит на Запад. При этом мы видим красивые витрины, красивые отели, дороги. Но чем это оплачивается? И чего это стоит? Это стоит того, что в этих странах развитая рыночная экономика.
эти страны десятилетиями работали над тем, чтобы построить дороги, построить энергетику, которая лежит в основе экономики, и отстроить развитую многоукладную экономику. Более того, убыточные направления, ну, например, мелкотоварное сельское хозяйство, небольшие фермы, которые производят продукцию вкусную, качественную, но по ценам значительно выше рыночной. Они дотируются. Дотируются производители молока, дотируется мелкотоварное производство. Но это обеспечивает рыночное разнообразие, это обеспечивает преемственность традиций. Mm-hmm. К сожалению, в нашем договоре с Евросоюзом это не заложено. Самый больной пример – это молоко. Вот раньше мы помним, что вот как во дворе просыпаешься и слышишь «молоко, молоко». И ты понимаешь, что это привезли фермерское молоко, привезли из колхоза, машина приехала, и продает это молоко в бидонах, тебе наливают или в таре, или из бидона. Еще помним, как наливали вот этими черпачками литр, который был. И люди подходили, набирали, знали, что это свежее, качественное молоко. По договору с Евросоюзом все это мелкотоварное производство, торговля агропродукцией, чуть ли не до мелких рынков было все запрещено. Да, мы что-то спорили, что-то пытались доказать, но больших изменений нет. Какие-то послабления, может быть, присутствуют где-то, но системно вопрос не решен. Следующий вопрос. Европейские стандарты и украинские стандарты. Часть украинских стандартов, мы помним, что у нас наш шоколад, сгущенка, продукты питания на Украине всегда были самыми вкусными, самыми качественными. И наши стандарты, ну, здесь выше европейских. То есть пусть европейцы не обижаются. Але про эту стандартизацию в Европе это не так просто. Но нашего товаропроизводителя с более качественной продукцией туда не пускают. А сама стандартизация – это очень дорогой процесс. Для того, чтобы сертифицировать один вид продукции, нужно тратить $1000. Нужно проходить качественную экспертизу, проходить стандарты производства, масса всего. При том, что у нас это делается зачастую традиционным способом. И этот традиционный способ, ну вот наши, взять мясомолочку, ряженку взять, кефиры, йогурты, молоко. У нас делается все на натуральных продуктах. Это здорово и полезно. А пальмовое масло вот появилось, от которого мы... Ведь это европейские технологии. Когда привозят какой-то жир, разбавляют, разрыхлители, еще там что-то добавляют, его взбивают. И вот это вот пальмовое масло, оно становится... пирожным еще. А это что? Это трансжиры. Это то, что человека не делает там... Это убивает здоровье фактически. Это шаг к онкологии от вот такой продукции. А у нас продукция всегда была здоровая, качественная. Но переход на ту стандартизацию заставляет и нам применять новые технологии. Гнаться за рыночными показателями там, роста... я не могу сказать производительности, эффективности, роста объема. То есть взяли, намешали чего-то, и у тебя стало вместо ведра молока, у тебя стала бочка непонятно чем чего. Чем дешевше выдатки, тем больше продукты. Да, и чем больше продукта на то же самое количество затрат, тем вроде как бы выгоднее для бизнеса. Но человека убивает. А якщо перейти до іншого питання щодо захисту нашого українського бізнесу, якщо я не помиляюсь, після помаранчевого перевороту у нас в Україні в 2004 році ви попросили політичного притулку в Японії і декілька місяців перебували там, поки у, я так розумію, компанії, які були, якими акціонерами яких ви були, там були обшуки, кримінальні справи, таке інше. От цікава така історія, тому що якщо от брати іноземні компанії, в них чомусь не так жваво проходять обшуки після якихось там революцій. А ви знаєте, нас я в Україні не став дуже загострювати ці питання. Безумовно, питання політичних переслідувань, воно для України не відпало.
Але більше це питання стосується не бізнесового переслідування, хоча і це не відкидаю, а більш важливим є політичне переслідування людей, які мають іншу точку зору. І це приклади арешту журналістів. Я знаю, що ви також самі теж потерпали від упередженого ставлення до вас, як до журналіста. Десятки інших журналістів також втратили свою роботу, а дехто втратив і свободу. І, на жаль, ці ганебні випадки, вони зараз не вичерпані. І, будучи публічною особою, будучи депутатом, який три рази обирався тільки до парламенту, а до того ще два рази до обласної ради, я знаю, що інтереси громад, інтереси людей зараз на сході України не представлені. Я вважаю, що обов'язково мусить бути відновлена робота Донецької обласної ради, Луганської обласної ради, тому що саме обласні ради, вони зводять інтереси окремих міст, районів, селищ міського типу, сіл. Тобто вони все зводять до якогось спільного знаменника і представляють на державному рівні. На сьогоднішній день інтереси громад і простих громадян на сході України, вони не представлені. І цю помилку потрібно виправляти якнайшвидше. Якщо ми кажемо, що ми бажали б, щоб Донбас, Луганськ залишились в межах України, щоб вони повернулися, то треба робити кроки назустріч. Треба заохочувати не примусом, не тиском, а робити зацікавленість, робити кроки, які були б зрозумілі для людей, і їм би було зрозуміло, що да, були конфлікти, страшна трагедія, що загибли люди, а часто люди, які зовсім не причетні, і страшна річ, коли гинуть діти. Це страшний і злочин, і трагедія, яку не можна вибачити ні за яких умов, ні за яких обставин. Але все одно життя триває, як би боляче не було, не переступаючи, зберігаючи цей біль в серці, не забуваючи його. Але треба все ж таки починати діалог і спілкування. І якщо політики не можуть домовитись, треба починати громадський діалог. Люди мусили б з одного боку, з іншого боку, без тиску, без погроз, без примусу починати діалог і розмову однієї сторони з іншою і, як би важко не було, але переступати через ті страшні події. І повертатись до миру і до спільного життя, спільної праці. Зрозуміло. А як ви оцінюєте так звану антикорупційну інфраструктуру, яку нам дуже ретельно вибудовували усі ці роки із-за кордону? Це і НАБУ, САП, АРМА і таке інше. Тобто навіть антикорупційний суд. Тобто така паралельна система контролю. Ви знаєте, якби воно працювало, то може було б і непогано. Але якщо ми бачимо, що створилися паралельно одним судам інші суди, паралельно одним слідчим органам інші слідчі органи, то ми двічі сплачуємо за ті самі неякісні послуги. Зараз людина йде вирішувати якесь питання, а воно або якось не врегульовано, не внормовано, якось віддана на вирішення чиновнику, і ті хабарі, які були раніше, вони зросли ще на або в рази, або суттєво повиростали. І а що ж, та за чесність, ти бачиш, що за нас беруть. Тобто влада мусить реформуватись і повертатись обличчям для людей. Що потрібно робити для того, щоб реально скоротити корупцію. Треба, щоб сайти державні, які працюють, щоб вони працювали безперервно, щоб вони не підвисали, не зупинялись, не було якихось речей, коли ти
намагаєшся щось зареєструватися, прийняти участь у або у якихось там подачі заявок, аукціоні, щось придбати від держави, або навпаки щось продати державі, щоб не було скорочених строків, щоб все було публічно і прозоро. Треба відсікати людський фактор. Тобто ми мусимо, якщо працюють технології, то мусять працювати технології, і щоб не було неконтрольованого впливу і втручання в результати цих конкурсних процедур. Щоб на посади призначалися люди відкрито, за тестуванням, а не так, що хтось комусь подобався, свого протягли, а іншу людину, яка може бути більш фахова, більш підготовлена, більш досвідчена, її залишили за бортом, а дивишся, як секретарка сидить собі, ногті малює в приймальні, а не працює на користь громадян і на користь держави. А якщо от подивитись, у нас в Україні так сталося, що у нас є такий топовий антикорупціонер, активіст Шабунін. Він нещодавно став корупціонером офіційно і внесений до реєстру корупціонерів. Якщо в нас брати ще одного антикорупціонера, який вже на посаді голови антикорупційного відомства в нас, НАБУ, пан Ситник, він теж корупціонер і внесений до реєстру корупціонерів. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію, коли в нас фактично корупціонери, антикорупціонери одразу? Ну, давайте, по-перше, зараз ми з вами спілкуємось і обговорюємо якісь факти. Наші думки стосовно фактів, вони підкреслюють нашу позицію. Вони говорять, яку точку зрения ми займаємо. И когда мы говорим о человеке, что он коррупционер без решения суда... Нет, так это уже есть. Если человек осужден судом за коррупцию, то он является коррупционером. Если человек начинает бороться с коррупцией, а ему сразу же приклеивают такой же ярлык, как того, чтобы, просто для того, чтобы уйти от расследования. Mm-hmm. Я думаю, что никто не должен у нас в стране брать на себя... ширму или бренд, что мы вот антикоррупционеры, а это коррупционеры. То есть даже человек, который сегодня по должности борется с коррупцией, а завтра оступился, он позорит и систему, и в первую очередь себя. И если люди боролись с коррупцией, а потом не устояли и попались на хабарі, на взятки, то мусят нести відповідальність, должны отвечать за совершенное ими правонарушение, преступление, если доказано судом. То есть, а мы видим так, что человека ловят на горячем, а послы, не буду пальцами показывать, приходят в администрацию, все, и вроде отменяется голосование по снятию человека, который облил сам себя грязью, не кто-то его, а сам своими делами опозорит всю систему. Мы видим, что человек, который превращает борьбу с коррупцией в источник наживы и своих доходов, строит себе дачку, квартиру, еще что-то. Да нормально и хорошо, что человек начинает лучше жить. Но страшная беда в том, что он, обвиняя всех в борьбе с коррупцией, сам показывает, каким продажным можно быть. Mm-hmm. Вот это страшно, это подрывает веру честное общество и то, что в Украине может быть порядок. Не будет в Украине честного, нормального порядка для всех, не придет сюда ни инвестор, ни предприниматель. Весь бизнес будет делаться за границами Украины, и бизнесы с высокой добавочной стоимостью поищут другое место, где можно разместить завод, предприятие, рабочие места. И мы будем ездить в Прибалтику, собирать там клубнику и малину, в Польшу, в другие страны, где-то там наши сантехники будут брать, кто-то в Европе врачом устроился. 12 миллиардов долларов идет переказов, перечисление средств вовнутрь Украины. А ведь эти люди могли бы работать в Украине, могли бы работать предприятия, могли бы работать клиники,
Но ведь был период, когда говорили, вот в Украине очень хорошая зубная техника. И как, даже вот чуть ли не медицинский туризм образовался, что в Украине вылечить зубы, попасть к украинскому стоматологу было и недорого, и качественно. Но это недолго такой момент был, он прошел. А хотелось бы, чтобы если мы делаем кластеры какие-то, допустим, медицина, на самом деле это сервисы обслуживания очень услуги высокого уровня, высокой квалификации. И вот наши научно-исследовательские институты, мы могли и вакцину сделать одни из первых, ведь наша медицина была ну, такая же, как и в России. Вчера Россия объявила, что они сделали первую вакцину от коронавируса. А было бы приятно услышать, если бы наш президент сказал, да, мы где-то вот, но зато здесь мы первые и всему миру даем путь и надежду и средства для исцеления от самого страшного недуга. Зрозуміло. А от ще таке питання. А от нас дуже часто лякають дефолтом. Ну, от така історія. Чим дійсно загрожує дефолт? Тому що, в принципі, якщо брати об'єктивно, люди, якщо продовжують жити от, під такою серйозною долговою нагрузкою, то це теж погано. А якщо дефолт, це... Як він може сказатися фактично на громадянах? Ну, якщо розглядати наші борги і подивитись на дефолт. Дефолт досить страшна річ. І слухати тих, хто говорить, давайте ми зробимо дефолт в Україні, і типу, це нормально і не страшно, це страшна ошибка, тому що багато люди не розуміють, що це таке. Що таке дефолт? Розорення ряду підприємств. Потеря рабочих мест внутри Украины. Ряд отраслей, ряд предприятий закроются здесь и откроются рабочие места, которые есть в Украине и могли бы появиться дополнительно, они уедут за границу. Уедут в Польшу, уедут в Прибалтику, в Беларусь, вот, по периметру, в Евросоюз. И вместо того, чтобы работать, жить здесь дома, молодые мужчины, женщины, девушки уедут в Евросоюз, будут искать работы там. Здесь не будет работы, нет возможности получить средства к существованию, падает уровень жизни, падает покупательная способность и снижается уровень жизни простых людей. Богатые станут беднее, когда говорят, что богатые станут еще больше богатыми, богатые богатеют, бедные беднеют. А дефолт – это такая страшная беда, она как пожар, от нее страдают все. И допускать ее нельзя. И враг Украины и врун тот, кто каже, что це не страшно. Це дуже боляче. Угу. Зрозуміло. А чисто, я розумію, технічно, чи можливо його уникати, якщо у нас така велика заборгованість? Тобто, яким чином треба вертати гроші тоді? При квалифицированном управлении государственными финансами, когда мы, ну вот, планируется бюджет на год и прогноз на следующие два периода, мы видим, какие суммы платежей мы должны выплачивать в этом году, в следующем году путем выпуска евробондов, путем государственного перекредитования, стоимость обслуживание финансового долга, оно может снижаться. То есть нужно выбирать удачные моменты, когда на финансовых рынках излишки ликвидности, ну это что такое излишки ликвидности? Да, избыток денег. То есть есть так, деньги, да. И деньги дешевые, недорогие. В это время нужно брать в долг и гасить те кредиты, задолженности, которые по более высоким ставкам. Угу. Таким образом, можно при квалифицированном управлении финансами можно снизить стоимость обслуживания. Когда мы снизили стоимость обслуживания, у нас снижается, вот при той же даже сумме долга, может сумма выплаты процентов станет ниже. То есть эти средства сэкономленные нужно пускать не на что-то, а на развитие экспорта, на создание новых рабочих мест, на сокращение импорта, который заходит в страну. Нужно формировать положительный валютный баланс, торговый баланс. То есть нужно занимать сильную рыночную позицию.
И таким образом, это не делается за один год, это не делается за 2-3 года, это делается 5-10 лет, это делается постоянной государственной политикой в области государственных финансов. Угу. Зрозуміло, дякую, що завітали до нас до ефіру. Я думаю, що в інших програмах теж будемо раді вас чути. Спасибо і всім всього доброго. З нами був у програмі «Без протоколу» Владислав Лук'янов, депутат Верховної Ради 5, 6 та 7 скликання. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!